Всем привет! И в этом видео мы будем обозревать очень необычные маркеры Юнипоско. Очень давно я хотела их попробовать, и вот, наконец-то, они у меня. Поделюсь с вами своим впечатлением. Если вам интересно, то погнали! Поско-маркеры появились относительно недавно, и за короткое время они стали очень популярны. Их производит японская компания Mitsubishi Pencil. Внутри этих маркеров содержится краска на водной основе. Уникальная формула краски обеспечивает превосходную укрывистость, а также хорошо держится на пористых поверхностях, таких как древесина, картон, ткань, камень и металлы. Закреплять эти маркеры поверх ничем не нужно. Укрывистость у маркеров и правда потрясающая, они делают просто шикарные заливки. На данный момент у Поско представлено 66 цветов. Помимо стандартных цветов, в палитре есть 8 металлических, 6 флуоресцентных и 8 блестящих. Я не приобретала маркеры из необычных линеек. Я сначала захотела попробовать такие самые базовые цвета. Но, естественно, в будущем я планирую расширять свою палитру. В моем наборе было 8 цветов, это белый, желтый, розовый, красный, синий, голубой, зеленый и черный. С такими цветами очень сложно что-нибудь нарисовать, но учитывая цену этих маркеров, все цвета собрать не получится. И все работы с ними будут в ограниченных цветах. Я уже упоминала, что у маркеров очень много видов наконечников, но не все цвета представлены во всех наконечниках. Мои маркеры с наконечником от 0,9 до 1,3 мм. PS3M. И у этого типа наконечников самая широкая цветовая палитра. Теперь какие эти маркеры в работе. Чтобы начать работу маркером, перед этим его надо хорошо потрясти, ну и начать давить на кончик маркера, главное не очень сильно. Но если маркер начнет полосить или рисовать прозрачнее, то следует снова его взболтнуть. Если пишет хорошо, то лучше всего его не взбалтывать. Краска высыхает не быстро, поэтому следует быть аккуратнее, чтобы не смазать работу. Теперь поговорим немного об наконечнике. Буду говорить о том, который есть у меня. Ну, потому что другие я и не пробовала. Ими будет сложно сделать какие-нибудь тоненькие лайн-арты. А при заливке бумага, возможно, немножко скатается в катушку. А краска, возможно, будет полосить, но при нанесении второго слоя этого уже точно не будет. Просто прям для заливок более подходящими будут это... маркеры с толстым-толстым наконечником. Но этот наконечник самый универсальный, и в нем выходят практически все цвета палитры Поско. Сам наконечник напоминает форму, как у обычного фломастера. Ну и вообще, как мне этот материал? Сами Поско-маркеры мне очень понравились. Я люблю рисовать акрилом, но доставать для маленьких скетчей акрил, банки, склянки мне очень лень. А эти маркеры просто решение этой проблемы. И еще они подходят для росписи по ткани. И очень удачно у меня завалялся черный шопер. Поэтому следующие видео, возможно, выйдут про роспись по ткани с помощью маркеров Поско. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Переходите в мой телеграм-канал, ссылочку на него я оставила в описании. Всем пока!